Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня будут покупочки из фикс прайса. Посмотрите, какая у меня классная розовая корзинка. Я все как раз туда сложила, сейчас я вам все расскажу, что я купила. Часть из них была снова под влиянием Дьяволины. Я у нее спросила даже, куда она ходила, чтобы купить кое-что. Сейчас я вам покажу, что. И я тоже себе это купила. Это офигенные вот такие вот блокноты. Сейчас открою, потому что они реально очень крутые. Когда она их показала, я была в восторге. Где ты их купила? Потому что в моем фикс-прайсе, где я покупаю обычно, их не было. Я такого не видела. Вот такие два блокнота. Один с пистолетом, другой с гранатой. Вообще все круто. Отличные вот такие вот блокноты. И я их купила. Они даже внутри необычные. Вот это открывается вот так вот у нас. Здесь у нас пули. Ха, внутри нарисован. А здесь у нас открывается вот по-другому. И тут взрыв. Очень крутые. Также я купила себе перманентные фломастеры, которые рисуют на любых поверхностях. И я буду рисовать на вот таком вот. Смотри. Блин, я еще купила еще один. Потому что мне кажется, здесь больше цвета подходят, которые вот фиолетовые. На розовом не так сильно будет видно, а вот на этом будет видно. Я думаю, что и для друзей пойдет. Так что я купила еще такую баночку, с которой буду пить. Перманентные фломастеры купила именно эти цвета. Там еще есть цвета, еще были интересные. Также, Лина, блин, это все ты, купила вот такой вот, ты говорила, чехол. Он реально очень стильный, очень классный. Но мне много не надо, у меня просто немного таких вещей, которые нужно складывать. Но я его купила, обязательно найду ему применение, потому что он реально очень такой стильный, черный. Это чтобы вещи складывать. Сюда. Так, что еще купила, А, купила вот такие вот штучки, валентинки. Ну, опять же, знаете, там автографы или когда буду посылочки отсылать, будет очень круто. Купила вот такие интересные штучки. Это как раз-таки, видите, у меня на фоне, я просто хочу, чтобы у меня был красивый фон. У нас с вами был красивый фон, и чтобы всегда картинка, которую вы видите, радовала. И я не люблю, честно говоря, когда все время одно и то же все. Я люблю все менять, но это накладно получится, если мы постоянно будем менять с вами фоны, да. Поэтому я решила выбрать цветы вот такие вот, да, и может быть их как-то обыгрывать интересно. Я взяла вот такой розовый песок, который мы насыпем вместо воды, потому что они не настоящие. Вот, и вот такие вот интересные игрушечки прозрачные, тоже их можно как-то обыграть красиво. Мне кажется, что так не видно, но в общем, что-нибудь придумаем. Также я очень люблю в фикс-прайсе покупать белье. Я не буду вам показывать, но оно такое домашнее, клевое, как шортики. И мне очень нравится в нем гонять по квартире. Ну и, конечно же, вот такая вот классная вообще, наконец-таки, для всего моего барахла корзинка розовенькая. Ну, вы же знаете, что все у меня розовенькое и действительно красивый цвет. И мне кажется, что как раз-таки все сложится сюда. И вот если мне что-то понадобится, то оно наверняка будет в этой корзине. А, и купила еще вешалки, потому что я покупала, кстати, тоже в фикс-прайсе серые пластмассовые вешалки. Когда я навешиваю на них очень много, они, короче, вот эти штучки, они погнулись, разогнулись. По-моему, я их в фикс-прайсе брала. Погнулись, разогнулись и падают. Я решила брать такие крепкие, но такие у меня уже есть, я вам показывала. Мне нравится, что они тоненькие, они очень сохраняют место в шкафу, у меня его мало там. Плюс они вот с такими штучками, да, чтобы не съезжало белье. Их три штуки. И вообще клево, короче. Ты уже третий комплект покупай вот этих вот. Ну вот, в принципе, и все. В фикс-прайс я быстро зашла сегодня перед съемкой и понакупила вот такого много интересного. Надеюсь, видео понравилось и мои покупочки вам понравились. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я жду ваши комментарии, кто что приобретал, кто знает, кому что понравилось. В общем, где что купить, все скажу. Давайте пишите в комментарии, будем общаться и с вами увидимся в следующем видео.